Не забыли великий подвиг. В Омске увековечили память героев Советского Союза. Мемориальные доски героям, совершившим подвиги во время Великой Отечественной войны, Ивану Герасимовичу Проскурякову и Алексею Филипповичу Унжакову появились на домах по улице Масленникова. Там, где они ранее жили. Звания бойцам были присвоены указом Президиума Верховного Совета СССР еще в 1945 году. За образцовое выполнение боевых заданий, командование на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство. Увековечить память решили представители партии КПРФ, а изготовление мемориальных досок из собственных средств оплатил первый секретарь Омского областного комитета партии Александр Кравец. Я испытываю очень радостные эмоции, положительные, соответственно, потому что папы с нами уже нет 13 лет, но вот его вспомнили, причем, вспомнили люди, которые не являются членами нашей семьи, то есть помнят его, его подвиг. Мы чтим память, все-таки это такая штука, что не будет памяти и нет человека. Ведь они такие геройские поступки совершили, ведь не думая ни о своей жизни совершенно. Думали только в защиту народа. Совершили геройские поступки. Помним, гордимся и рекомендуем ребятам и всем брать с них пример.